Родился в дворянской семье в Германии. Раннее детство мальчик провел в усадьбе Середнякова, Московской губернии. Начальное образование Петр Столыпин получил на дому. В 12 лет он поступил во второй класс гимназии. Здесь он проучился 5 лет, пока в 1879 году отца не перевели в Орел. Юноша поступил в 7 класс Орловской мужской гимназии и окончил ее в 1881. Петр Столыпин, вопреки дворянской традиции, выбрал не военную службу, а поступил на физико-математическое отделение Петербургского университета. Еще будучи студентом, Петр Столыпин поступил на службу в Министерство внутренних дел. Но молодого чиновника больше интересовало сельское хозяйство и землеустройство Российской империи. Поэтому в 1886 году по прошению Столыпина его перевели в Департамент земледелия и сельской промышленности Министерства государственных имуществ. Уже через 2 года он получил звание камер-юнкера двора Его Императорского Величества. В 1889 году Столыпин вернулся на службу в Министерство внутренних дел. Сначала его назначили Ковенским уездным предводителем дворянства и председателем Ковенского съезда мировых посредников, а в 1899 году Ковенским губернским предводителем дворянства. В общей сложности Столыпин провел на службе в литовском Ковно 13 лет, с 1889 по 1902 год. Особое внимание он уделял сельскому хозяйству, изучал передовые технологии, закупал новые сорта зерновых культур, разводил племенных рысаков. Производительность крестьянских хозяйств увеличивалась, а сами они становились более обеспечены. Труд Столыпина государство отмечало новыми чинами и наградами. Он получал все новые титулы, звания и ордена, а в 1901 году стал статским советником. Спустя год министр внутренних дел назначил Столыпина губернатором Гродно. Прежде всего, Петр Столыпин ликвидировал в губернии повстанческие общества. Затем стал развивать фермерство, закупил современные аграрные орудия и искусственные удобрения. Губернатор уделял внимание образованию крестьян. Он открыл ремесленное училище и специальные женские гимназии. В 1906 году император Николай II предложил Петру Столыпину пост министра внутренних дел. Министр в то время отвечал почти за все: за поддержание полицейского порядка, бесперебойную работу почты и телеграфа и достоверной статистики. Прежде всего, Петр Столыпин занялся порядком в стране. Он разработал указ о военно-полевых судах на смену малоэффективным военным. В результате волна революционного движения спала, и в стране восстановилась. Также Петр Столыпин издал указ о паспортах для крестьян. Это уравняло их в правах с остальными сословиями Российской империи. Теперь крестьяне могли свободно менять место жительства, выбирать место учебы для своих детей. Столыпин начал разрабатывать масштабный проект аграрной реформы. Он предложил отдать крестьянам еще не освоенные земли Поволжья и Сибири и представлять в крестьянском поземельном банке дешевый кредит на 50 лет для выкупа земли у помещиков. Так формировались рыночные условия. Землю у помещиков не отбирали, а продавали наиболее эффективным собственникам. Государственная дума не соглашалась с мерами Столыпина. Она требовала отобрать земли у частных владельцев и раздать крестьянам. Постоянное противостояние законодательной и исполнительной власти мешало Российской империи. Поэтому в 1906 году Николай II решил распустить Госдуму и заодно правительство. На пост премьер-министра император назначил Петра Столыпина.
в 1907 году прошли выборы во Вторую Государственную Думу. Новый состав законодательного органа оказался еще более радикальным, поэтому Думу вновь расформировали. Чтобы избежать подобного в будущем, Столыпин создал новый избирательный закон. Теперь в Думу могли входить преимущественно обеспеченные сословия. Представительство общинных крестьян, промышленных рабочих и национальные меньшинства сильно сократились. По этим правилам была создана Третья Государственная Дума. Во время Думы Третьего созыва Столыпин продолжил вводить новые законы. Среди них закон гражданского равноправия, свободы вероисповедания, отмена ограничений для старообрядцев, улучшение быта рабочих. За 5 лет столыпинских реформ урожайность выросла на четверть, производство мяса втрое. Увеличились площадь посевных земель, экспорт хлеба, количество закупок сельхозмашин, а население каждый год росло на 3 миллиона человек. Началось освоение сибирских и поволжских земель. Следующей крупной послеаграрной реформы должна была стать реформа самоуправления. Столыпин планировал создать общесословные волостные земства на основе невысокого имущественного ценза, посадить зажиточных землевладельцев и помещиков за один стол и позволить им самим решать местные проблемы. Все чаще идеи Столыпина не стали получать поддержку как у правых, так и у левых. С 1905 года по 1911 на него покушались 11 раз. В 1911 году террорист-анархист Дмитрий Багров убил Столыпина в Киевском театре.